Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия пресечена противоправная деятельность работника предприятия, выполнявшего подрядные работы для геологической организации. В результате нескольких экспедиций в гористую местность, расположенную в 80 километрах от ближайшего населенного пункта, оперативники установили, что злоумышленник, не имея соответствующей лицензии, организовал там добычу полудрагоценного камня. Изъята техника и 7560 килограммов нефрита. Рыночная стоимость данной партии превышает 110 миллионов рублей. Следователям следственной части Следственного управления МВД по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 255 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту предъявлено обвинение в нарушении правил охраны и использования недр и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.